Чтобы вы понимали, мы на встречке, ребят. У нас свадьба, мы едем за моей невестой, будущей женой. Нам всем что мы делаем? Ванная, что в ванной-то? Мы затянули, короче, я в этот пошел с ним. Там, короче, душ есть такой. Ёбаный в рот там. Сука. Стой. Не въебал в тебя, да? Посмотрим. Ё-моё, да? Ну 20, чтобы подумать и дать мне список. Да, есть. Ну, долбоёб, сука. У тебя регистратор есть. Так и может... На пол и пустил изо рта эту белую краску. И начал биться в конвульсиях. Охранник, который стоял в дверях. Он упал в обморок. Пиздец. После того, закричала руководительница. Она тут же вызвала скорую помощь. А Игорёк встал и сказал, ну, наконец-то, депутат. А, блядь! Сука! Чё, кто-то как раз проехал,
совсем уже что ли? Выпер. И что думаешь, я тебя пущу, что ли? Давай. Давай. Все? Есть контакт? Все? На регистратор записали. Bleeding from their ears going, fucking idiots. But the checks and balances that are going to play, like the representative government, is going to keep someone from just sort of like a repartee. Not like he was having sex with someone, but he had a repartee going with a flight attendant that was so effortless. And you know, I was sitting next to him, we chit chatted for a flight, and I had mentioned something about Joe Rogan, because I helped him talk about it. But in any event, for the rest of the flight, I had like a Вот теперь пизда ему. Ну, пошел. Хорош. Первый готов. Ругаетесь на меня. Ты что делаешь? Да я ничего не что делаю. Выполняешь? Я еду. Давай проезжай. Ну давай, иди тогда, что. Broke the mirror. Is that gonna